Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Craft the World. Скоро у нас атака нежити. И с этим надо определенно что-то делать. Вот что? Так, мельницу ставьте, ребятки. Комфорт у нас растет вроде как. И это относительно неплохо все у нас. Так. Сталька. Сталька есть. Дальше. Мне понадобятся вот эти ножницы между делом, чтобы стричь овечек, которых я поймаю все-таки. И наконец-то начну делать фермы. Давайте двое, трое сразу там сделаем, чтоб прям стричь так стричь. Сито, прочный короб. Все в таком духе, но это надо веревку, которой у меня нету. А еще я хотел сделать что-то, я хотел сделать броню, хотя бы деревянную. А, ну да, логично. Все упирается в веревку, которой нету, но немножко шерсти появилось, теперь немножко веревки есть. Но она у нас пойдет. Так, башенный шпиль. О, кстати, это интересно. У меня тут много чего появилось, деревянная башня. Вот, кстати, очень нужная вещь. Блин. Все упирается в веревки, вокруг веревок. А мне нужна оградка. Мне их надо 5. Для ловушки тоже. Вот что за вселенская несправедливость. Надо еще овечек ловить. С овечками все плохо. Ну ладно, в любом случае, пока что. Пока что что-то сделаем, пока можем. Да, много чего смогли. Окей. Есть. Давайте раз, два. Вот так вот. Идите спите, кто хочет спать. Кушайте уху. Чё ты ухой брезгуешь? Слушай, эй. Не может он больше есть. Привередливый, а, парень? Ты кто вообще? Так, оружие. Кто у меня есть? У меня есть пару лучников. Воины всякие. Все в таком духе, да? Так. Кузнец. Качать кузнеца. Охотник, маг, лесоруб. Охотник. Получи. Я хотел еще книжек шахтера покупать на самом-то деле. Но совсем про это забыл. Надо этим заняться. Вот это все добудь. Что у нас? У меня рыба пешеходит тут на самом-то деле, да? Ладненько. Тут уже какие-то там терни. Ну ладно, ждем. Ждем основную бригаду. Это ладно, это и сделали. Муки. Мука тупо из зерен. Пшеницы, которую тоже надо садить. Давайте вот столько вот муки сделаю. У нас мельник же есть. Тут было... Так, кузнец, пловец, лучник, шахтер, плотник, повар, воин, рыбак, мельник. Мельник есть, отлично. Берлин, надеюсь, это ты. Будешь делать нам муку. И все у нас будет хорошо. С мукой, во всяком случае, да? Дальше поехали. Здесь все уперлось в ткань, которая делается. Опять же, опять все на шерсти. Нам вот фермы прям нужны позарез просто. Комфорта мало с щитов с черепами, поэтому я, наверное, их даже делать не буду. Телок тоже не так, чтоб нужен. Жареная рыба. Это масло нужно, которого почему-то нет. Которое не сложно на самом деле делается. Из бутылок, которых тоже нет. Ох. Как оно тут все повязано хитро вымученным образом. Кстати, каменная колонна. Это может быть
Интересно. Здесь стоит. Где опять мои леса строительные? Какое такое место их приспособил? Так, с этой стороны пойдут. Молодцы. Так, я и забыл, что тут все лазят. Блин. Давайте. Созыв. Блин, их много. Давайте все созовемся. Посмотрим, что они смогут вообще. Смогут ли что-то? Вы бы еще не спрыгивали раньше времени. Так, спать такие резко. Все, ничего не знаю я спать, да? Ох ты ж как оно. Тут тоже ломают. Тут что-то не достроили. О, хотя бы два этих попало с толстопуза. Блин, а? Так, эти работают без палева, им пофиг. Созыв, ребятки. Все на защиту родины. Работать потом. Так. Вы убиваете их. Блин, мне помочь вам нечем. Тут еще эти чувачки прилетели. Так, толстопуз не знает, как сюда попасть. Ох, как нашим ребятам достается. Бедные гномы. Объективно. Так, давай вали этого ейте. Лучник, тащи. Братюня, тащи. Не, ему не дают выстрелить, смотрите. Окей. Смог. Так, этих всех валим. Так, толстопузики вроде сюда попасть никак не могут. Надо какую-то металлическую дверь. У меня такие есть. У меня таких нет на вооружении на самом-то деле. Кстати, комфортная вещь. Да? Замок. Эти два замочка. Вообще, зачем я сюда зашел? Я за деревянной дверью зашел. Давайте ее поставим. Рассветает, поэтому пережили мы нападение. Конечно, далеко не идеально, но пережили. И отоспитесь. Все, кому нужно отоспаться. Давайте заменим камень. Вот таким образом. Границы у нас дома как очерчиваются? Пошла здесь, здесь, здесь и туда, да? Хорошо, второй этаж надо вот эту заднюю стенку тоже на каменную заменить на самом-то деле. И тогда вообще будет все отлично. Я так подозреваю, что это будет отлично. Колонна. Колонна. Декоративная колонна. А, она у меня уже вынесена. Давайте ее куда-нибудь декоративно и воткнем. К примеру, сюда. Как это будет все выглядеть? По идее, должно как тогда выглядеть. Да, помню про то, что нужно больше овечек, больше шерсти. О, тут две овечки, давайте. Методом наименьшего сопротивления просто тут и вольнем их.
Единственное, валить их особо некому. Все же спят. Так, пошел. Давайте трудиться резко. Так, овечку завалили, да? Ну, давай эту овечку тоже. Ах, куда я хочу сделать ферму? Кстати, есть идея на эту тему. Да, по идее-то. Это идея. Давайте вот здесь снесем. Поставим дверку. Дальше нам еще веревка нужна. Шерсть теперь появилась в каком-то там количестве. Соответственно, мы сможем сделать оградку. Так, одну. Одну. Внезапно. Еще три надо. Блин, доски кончились. Что за троллинг? Почему нет досок? Сноси здесь. Ставим дверь. И вот здесь, на самом-то деле, начинаем то, что задумали. Каменный задник. Так, лучше вот так портал, чтобы туда-сюда ты не скакал. И еще это все дело ускорим. Дом закончен. Аллилуйя. Здесь мы землю построим. А давайте вот тут землю тоже. Угу. Еще землю. Здесь у нас опять же камень. Камень, камень, камень. Земля. Камень, камень. Земля. Так, скорость уберем пока что. Надо их всех куда-то распихнуть уже. Что у меня там? Какие приоритеты? Кожа, это, конечно, все здорово. Но надо, наверное, вглубь закапываться. На самом-то деле. Сейчас мы муки делали, это нам все для хлебопекарни и всего прочего понадобится. Тут еще всякие статуи добавятся. Это все будет неплохо. Так, ну, в принципе, колонна смотрится, я бы сказал. Давайте еще парочку колонн забабахаем. Воу, чересчур даже, да? Разогнался я. И, кстати, почему вот этих бы не сделать? Для этого нужен лед. Вот так. Опаньки, опаньки, опаньки. Ледяные эти будем делать. Пока каменных нету. Допустим, здесь. Нет. Замени снег. Вот так я могу же. Это, по крайней мере, должно более-менее красиво смотреться. О, кушать хотят. Так, уху, вы, смотрю, не особо уже жалуете, да? Привереды. Давайте пожарим им рыбку. И уголь. Оп, оп. Пускай жарится. Но я могу, конечно, ягоды еще наложить. Может быть, кто-то да поест. Для разнообразия. Так, ускоряем. Здесь я забыл, что мы строили же. И пяток между делом построили. Три.
А, у меня же доски закончились, само собой. Одна, вторая. Да, давай пяточек этот заканчивай уже. И, само собой, ловушку надо сделать. Для этого нужен замок. Внезапно. Давайте штуки два даже. Кстати, я сундуки же сделал. Сделал? Или они не здесь? Нет, сундуки они где-то здесь. Вот он. А, стоять. Давайте сундуки поставим. Ну, не об этом речь. Речь была о ловушках. Листья. Замок, который сделали. Веревочки. И будем наконец-то сами разводить, уже начинать потихоньку. Так. Блин, еще и пшеница. Надо ее тоже начинать растить, а то все плохо. И тут у меня, кстати, воду надо разлить, чтобы это все росло хорошо. Как воду разлить? Ищем ресурс вода. Скорее всего, логично, да? Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. А тут добыть воды делаем. Пускай воду добывают. Барельефчик неплохо смотрится на самом деле. Я бы сказал, даже очень. Сундучки сюда. Наш комфорт должен расти. И свет. Свет, свет, свет. Проблема со светом. Так, настенная лампа. Масло нужно опять же. Для этого нужны бутылочки. Есть, есть, есть. Контакт. А, они тут есть. Хорошо. Давайте подсветим. Вот тут вот. И сюда опять портал. Так, этих убейте, будьте добры. У нас тут идет прогресс по тихой. Отлично. Здесь вот это все делайте. Тут делай. Для этого тебе понадобится вот это. И здесь. Сейчас мы тут еще навесик такой сделаем, чтобы было все совсем хорошо. Так, сюда. Давай еще землю. Землю. Сюда. Так, отлично. И мне понадобится крыша. А крышу я буду делать из обычной вот такую, короче. Так, вот так, вот так, вот так. Один. Так, хватает ли мне? Давайте тут всю крышу, тут землю и посмотрим, что, в общем-то, это даст. Здесь мы воду разлили. Здесь воду берут. А, свалился. Лузер. Вытаскиваете воду эту. Лед построим, чтобы поднаполнить резервуар наш. И сюда еще. И подсветка будет еще и здесь. Сейчас я эту маленькую фермочку все-таки сделаю. Заморочились на ферме. Но думаю, не зря. Клумба. Что дает клумба? Украшение. Ну, давайте пару клумб, раз это украшение-то и сделаем. Там 4 буквально клумбы. Куда-нибудь, что-нибудь да украсим.
Хорошо. Так, здесь доделали. Опять кончился портал. Давай портал. И меня теперь интересует на данный момент вот такая вещь. Как вот это вот. И 4, 5. Сюда еще клумбу. И надо поймать единственное что, овечку. Берем ловушку. И где-то ее размещаем, там где есть у нас овечки. С этой стороны шарохались. А, ну вот, тут довольно просто, по идее. Сюда. И сюда ставь. Внезапная ловушка на овечку такая прям. Что-то все равно они не растут нифига, хоть я и воду разлил. Так, это все забрать, забрать. Забрать. Забрать, забрать. Так, чё, кто голодает? Кушать. Уха, 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 уха. Ягодки. Нифига не все посметали. Прожорливые. Так, этих валите. Все у нас здесь. Теперь пристроечка с такой вот. Что тут лысовичка носится? Немножко внезапно. Ну, пускай вот такой вот момент будет. Ага. Поймать. Так, ловушка, ловись. Поймать. Сразу две овечки. Ну и все. По идее, они их сюда должны переволочь. Да, тащит овечку. Ну, у нас получилась такая небольшая воздушная ферма, я бы ее назвал. Единственное, что здесь стену, наверное, глухую надо построить. Давайте это тоже сделаем. Вот тут еще кусочек крыши. Если получится. Так, у меня шестеро не работают. Надо им тогда намечать наконец-то серьезный такой план действий. План он такой, он серьезный. Здесь рыбки плавают. Давайте закапываться. Мы и так как бы закапываемся, конечно. Но делать это теперь по-грамотному. Это значит, что нам надо сначала сюда. Ускоряемся. Потом сюда. Вот это все сносим. Тут мост. Сейчас будем двигаться в эту сторону. Вот это, совсем вот с этим подраться. Здесь делаем мост, мост, мост. Вот этих всех валим. Так, минус гном. Так, не каждый допрыгивает, окей. Поставьте мост. Нет, ну вот каждому надо удариться, да? Красавчики. Они с моста могут падать. Мост, значит, не оптимально. Надо мост покруче, чем то, что у меня есть. Лады. Что-нибудь с этим придумаем. Пока что еще колонну здесь выстроить. А, вот эту вот вещь. Заменяем вот здесь. Здесь. Так, валить этих гавриков. Здесь я хочу сделать каменную. Отгородить моих овечек, которых стоит остричь и остричь. Хорошо.
Тут потом можно потихо делать какие-то выходы. И в шире ввысь какие-то пристроечки. Посмотрим. Комфорт у меня пока что растет успешно, что меня радует. Так, это мы доделали. Осталось с мельницей разобраться. Здесь мы фермочку такую сделали. А мне нужно еще растить, само собой, пшеницу. Для этого надо делать еще какую-то пристройку, походу. Что вы тут делаете? Что-то делают. Ага, этих валить. Спать. Угу. Тут подсветка есть, хорошо. Мост, мост. Пусть пока что хотя бы мост. Это уже лучше, чем ничего. Падают все. Контр-Р. Бегите, ребятки. Кто все падает, немножечко отсыпайтесь. Спит. У нас остриженные овечки живут. И одной этой мало. Надо еще, наверное, одну сделать. Что-то есть подозрение. Давайте, наконец-то, брони сделаем. Просто у меня вот всегда была проблема с броней. О, ржавый шлем. Броня 3, а ты сколько даешь? 4. В любом случае, его все равно кому-то дать можно. Шкура. 4. Дальше. Кожаный доспех. Хорошо. Хотя бы один. Сюда портал. Да, и забрать ее. Книга мага. Так, а что, воду надо вообще, наверное, ровным слоем разлить или что? Почему она никуда не дается? А, все может быть на самом-то деле. Если я, к примеру, воду и сюда налью, и сюда, и сюда, и сюда. Вот прям везде вода. Портал. Тут овечка поверху носится. Дерево срубить. И пора вот что ставить. Совсем начинаю уже склерозом страдать. Нам очень нужно, кстати, надо красотой еще дальше заниматься, это само собой. Так, вот они, веревки, это все есть. Так, веревок мало. Лук один есть. У нас шерсти есть, можем сделать веревок. Прям 6 штук. Вообще круто. И еще 2 лука. Не знаю зачем. А, да, у меня же один лучник и 2 натурельки. Сейчас луки-то все сделается. Все гномы вроде в работе. По деревянному мосту они ходят плохо. Ну, вот поэтому мост... Так, кто-то мост из бревен. Деревянный мост. Надежная переправка. Но я бы не сказал, что это прям мега надежно. Ну, давайте попробуем. Наверное, всяко надежнее, чем то, что у меня. Вот это заменим. Сделают мост, я буду им пользоваться. Это пока уберем. И мы сейчас туда будем тоже продлевать это все дело. Здесь куча растений какой-то фигни. Гриб собери. Вот это все собрать. О, кстати, тут уголь есть, который стоит выкопать. 25 у нас. 25 это, в принципе, хорошо. Я могу Теслу одну сделать. Почему бы нет? Где-то была Тесла.
А, нет, ты тут, наверное. Нет, все-таки здесь. Да. Давайте купим одну Теслу. Что я хочу? Я хочу удалить каменную стену. Вот в этом месте конкретно. Дальше у нас деревянная дверь. Сделать. Их надо несколько. Для этого мне еще замок понадобится. Давайте еще даже. Хорошо. Так, кто-то тут храпит. А, да, один гном прикорнул. Ок. Ставим дверь. Сказал я, ее никуда не вынес почему-то. Так, допустим, вместо яичницы. Сюда дверь. Тут тоже сносим. Откуда у меня по дому овечки гуляют? Это вообще загадка. Тайная тайна просто. Теперь надо придумать, на что поставить. Это тоже дело такое. Ладно, пока сейчас это проконтролировать. Чтобы поставили. А то у нас комфорт сразу к нулю стремится. Здесь аккурат мост нужен. Да? Этот сверху прилетел. Молодец. Так, этот зря что ли принес, да? И тут с этой стороны. И смотрим у нас дальше. Что происходит? А дальше у нас происходит вот что. Теслу приволокли. Мы можем сделать теперь еще вот таких. Правда, досок совсем мало. Стали не так много. Это все тоже надо как-то исправлять, блин. А, игра прям постоянно держит напряжение. То есть крафт, то это. И с дровами надо теперь вопрос решать внезапно. Ну, давайте пока что. В любом случае, что мы делаем? Мы делаем Тесла. Вот сюда. Становись-ка. Вот это надо скопать, вот это надо все-все-все срыть. Давайте дружно. Валите. И вот эту деревяху давайте сделайте. Я ее с этой стороны поставлю. Тесла есть. Подсветка тут какая-никакая есть. Все хорошо. Тут клумба, все прочее. И дальше. Изящные кровати. Для этого нужны ткани. Для ткани нужна шерсть, которая немножко. Краски, которые тоже немножко. 5 ткани. 5 ткани. Хоть насколько-то изящных. Ага, дерево. Ну, понятно. Делаем так. Оп-оп. Срубить, 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 срубить кедрени фени. Добывайте дерево. Что у вас с инструментами? Стальные топоры. У кого-то каменные даже промелькивают. У кого каменный? На хотя бы железный гоняй. Так, кирка стрёмная. Тоже стрёмная. И у нас с броней все не очень, да? Так, по шапкам. Давайте с него начнем. Такая шапка. Такая. Такая.
Вот такая шапка. А вот ты будешь вообще брутальный чел у нас. Книга мага. О, кстати. У нас будешь великий маг. Дубинки. И я могу, допустим, дубиночки, конечно, разобрать. Это мне даст немножко дров. Потому что дубинки особо не нужны. Мне с ними особо нечего делать. Вот эти фигни тоже разбираем. Одно ведро разберем. Нет. Ну нет, так нет, не очень-то и хотелось. Поплавков куда столько. Каменные кирки. Пару штук. Точно разберем, плюс каменные топоры. Уже что-то. В общем, как-то так. Доски это все делается. А теперь изящные кроватки. Ткань. Давайте хотя бы две кроватки зарядим. Веревка. А, шерсть. Шерсть, которой нет. Но эти овечки не спешат что-то обрастать. Ну ладно. Нет, так нет, нет, сюда нет. Здесь воды просто помойка, но ничего все равно не растут деревья. Что-то я не так делаю. Наверное. Я хотел еще вот это все сравнять. Так, этого тоже атакуйте. Из роскоши у нас еще что-то появилось. Ну, вроде ничего такого эдакого. Креслица, конечно, можно забабахать, но это не то, чтоб нужно. Шкура. Шкуры мало. Мало шкур. Ладно, не будем тратить на такую всякую ерунду. Йети наваляют. Кто-нибудь делает вот эту. Доски делает. Кто что еще делает? Молодец, что доску сделал. Сделайте мне еще вот эту штуку, и будет еще круто. Ну, что-то не хотят. Ладно, давайте тогда разбираться будем в следующей серии. А на этом... Ох ты, сделал. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.